Братья, к скупости приводит что? Зависть, брат. К скупости приводит зависть. Зависть, валия зубля, братья, очень страшное качество, в которое попадает огромное количество мусульман. И сами этого даже не замечают, братья. Зависть, это, братья, чувствовать неприязнь, просто вот ты в сердце чувствуешь, что тебе неприятно, что у твоего брата есть того, чего нет у тебя. Даже если это есть у тебя, и оно есть у кого-то, брат, и тебе просто вот сам факт наличия неприязни, какой-то милости у брата-мусульманина, независимо, есть у тебя, нет у тебя, это есть суть зависти. Почему, братья, зависть ужасная вещь? Потому что, братья, это указывает на отсутствие веры во Всевышнего Аллаха. Человек недоволен Аллахом. Потому что Аллах, субхана Аталя, братья, наделил раба свою какой-то милостью. Либо, баракаллаху фикум, может быть, для того, чтобы испытать этого раба на предмет благодарности или же на предмет терпения, братья, баракаллаху фикум. И Аллах, Господь, Он, ты же говоришь, радыиту билля и робан. Тот, кто говорит, завистник, братья, завистливый человек, он не верит в слова, какие? Я доволен Аллахом, как Господом. Аллах наделил твоего брата имуществом, которое не дал тебе, наделил машиной, которую дал тебе, наделил домом, который не дал тебе. Да еще выше всех этих вещей Аллах наделил твоего брата знанием, которое не дал. И тебе неприятен этот факт, ты завистник, ты недоволен Господом. Как ты встанешь судный день перед Аллахом, и он тебе скажет, ты почему не был доволен мною? При том, что я обязал вас говорить, радыту билляхи роббан, я доволен Аллахом как Господом. И ты мною недоволен? Какое право ты, раб, имел не проявлять недовольство по отношению к своему Творцу? Поэтому, братья, если кто-то из нас замечает это качество, ты видишь у кого-то что-то, и ты чувствуешь неприязнь, любая милость Аллаха, начни сразу же желать баракат ему, тому брату. Ты видишь, не знаешь, кого Аллах, дай Аллах ему, Аллах, дай ему баракат, Аллах, дай ему баракат. Пусть у него еще больше знаний будет, пусть они будут у него постоянными. Это смысл слова барак, это много и постоянно. Какая-то сестра, баракаллаху фикум, увидела у другой сестры красоту, которой Аллах ее не наделил, пусть, о, Аллах, дай ей баракат в этой красоте. Какой-то брат увидел такого брата, какое-то имущество, которое, о, Аллах, дай ему баракат. Сразу же, баракаллаху фикум, боритесь со своими душами, братья, не делайте тщетными ваши дела. В некоторых асарах от некоторых праведных предшественников передается, что зависть сжигает благие дела точно так же, как огонь солому. Вот представьте, сток сена сухой, огромный гектар. Кинь туда спичку, сколько времени надо, чтобы сгорел этот сток сена на гектар? Ну, минуты, наверное, хватит, правильно или нет? Представляете, вот так вот из-за наших зависти сгорают наши дела. И поэтому некоторые братья или сестры говорят, брат, вот не пойму, намаз читаю, уразу держу, закят плачу, в хадж езжу, благочестие к родителям проявляю. Почему Аллах напослал на меня вот эту вот болезнь? Почему с моими детьми происходит вот это несчастье? Почему я в постоянной депрессии? Так, братья, баракаллаху фикум, сестры, мы говорим, самые страшные грехи-то это не грехи тела, а грехи сердца, братья. Грехи сердца. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, братья, сказал про мунафиков, которые и намаз читали, и в джихад ходили, и все делали. Инна мунафикина фиддар келля салимина нар. Мунафики будут на дне ада. Пророк, саллаллаху алейхи салям, сказал про хавариджи, обращаясь к сподвижникам. Если один из вас, у сподвижники, сравнит свою молитву с молитвой Ниса, хавариджи посчитает свою молитву вообще тщетной, никчемной. То есть, как они много молятся, как... И при этом пророк, саллаллаху алейхи салям, назвал килябу нар. Псы огня их назвал, братья. Но при этом, баракаллаху фикум, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, рассказал о том, что одна проститутка напоила собаку и прямиком в рай. Один человек убил 100 душ, и Аллах ему все простил. Один человек ничего доброго не делал, баракаллаху фикум, кроме того, что в старых общинах давал в долг деньги и говорил своим, тем, кого посылал, своим рабочим и так далее. Если возможность человека нету долг отдать, скажите, потом отдашь или прощайте. Один человек сказал своим сыновьям, баракаллаху фикум, что я ничего хорошего не делал. Если я умру, сожгите мой прах, развейте. Если Всевышний Аллах меня воскресит, то накажет меня таким наказанием, которым никого не наказал. Эти грехи этих людей ужасны. Правильно или нет? Но у них было что-то такое в сердце, что прямиком их отправило в рай. А перечисленные выше дел у них было много, но они прямиком в аль-язбля куда? В ад. И как мы сегодня затронули же хадис тоже про старика-прелюбодея, про высокомерного бедняка, потому что все эти грехи возвращаются куда? Грехам сердец, братья. Поэтому надо быть очень-очень осторожным. Надо, баракаллаху фикум, контролировать себя,
чтобы вот так вот, попадая в зависть, валия зубля, мы не грешили перед Всевышним Аллахом, совершая страшный смертный грех, а потом Всевышний Аллах наказывает нас на этом свете, не говоря уже о том наказании, которое может ждать человека на том свете. Поэтому, братья, следите за сердцами, чистите свои сердца. Баракаллаху фик. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون